Экипаж ГИБДД в составе инспекторов дорожно-патрульной службы, лейтенантов полиции Рустема Бакирова и Решата Хайдаршина находился на улице Зорги города Уфы, когда один из них обратил внимание на движущийся в потоке легковой автомобиль. Профессионализм полицейского позволил ему заметить волнение водителя. Остановившись по требованию инспектора, мужчина сообщил, что везет супругу в роддом, потому что начались схватки. В предпраздничный выходной, несмотря на раннее утро, движение в городе уже было оживленным. Полицейские связались с дежурной частью и, получив разрешение, сопроводили семейную пару до родильного дома. Очень скоро Лариса Селиванова родила дочку. О случившемся было доложено главе республиканской госавтоинспекции. Узнав о намерении инспекторов проведать молодую семью, он передал через них подарок – детское удерживающее устройство. Свои поздравления и пожелания безопасных дорог.